Пока соседские ребята бегают во дворе и ходят в школу, 8-летний Егор каждый день борется с тяжелой болезнью. Детский церебральный паралич сковывает хрупкое тело, мешает развиваться мышцам. Научить ребенка сидеть и уверенно держать голову – мечта его мамы, ради которой она отдает сыну все силы. Приблизить его к здоровому образу жизни, к самообслуживанию – это одна из моих главнейших задач. В результате тяжелых родов малыш перенес кровоизлияние в мозг, пневмонию и месяц провел в реанимации. А в 2 года Егор потерял и отца. После трагической гибели мужа Ирина Костенец осталась одна со своей бедой. Но свою боль она никогда не показывает сыну. У нас очень тесная с ним взаимосвязь. Даже если чуть-чуть слезы на глазах наворачиваются, я вижу по его поведению, что начинает волноваться. Без терапии, процедур, тяжелая форма ДЦП навсегда может приковать Егора к постели. Вся надежда на курсы реабилитации, которые уже приносят маленькие победы. Это заслуга всех, кто протянул руку помощи. Спасибо вам большое и материнский низкий поклон. После лечения в Институте медтехнологии в здоровье мальчика произошел настоящий сдвиг. Теперь он стоит с поддержкой, пытается произносить слова, любит рисовать и лепить вместе с мамой. А еще охотно занимается с педагогом по специальной программе. Егор нуждается в продолжении восстановительного лечения. Его цель – улучшение физического и психоэмоционального состояния. Необходимо снизить мышечный тонус, улучшить мелкую моторику рук, увеличить двигательную активность, стимулировать развитие речи. Чтобы помочь маленькому приморцу, Русфонд вновь объявляет сбор средств на новый курс реабилитации в столичной клинике. Стоит он около 200 тысяч рублей. Каждый смс со словом «Дети» на номер 5542 станет большой поддержкой для семьи Егора. Одно сообщение обойдется в 75 рублей. Другие способы перевода средств на сайте Русфонда. Елена Штылина, Дмитрий Белоус, Николай Журавлев. Вести Приморье.